Эй, привет тебе, дорогой друг, с тобой канал Шведомет. Я давно тебя ждал, ждал на своем видосе, ребятки. Я выпал, так скажем, на несколько дней из своей, так скажем, вот этой видеодеятельности в связи с тем, что приболел. Поэтому сегодня мы с вами побежим, сделаем обзорчик игры, которая называется Horizon Zero Dawn. Да? Ну, по-моему, что-то типа такого. В общем, давайте посмотрим заставочку. Мне кажется, это будет нереально крутая игра. Итак, смотрим заставку, друзья. Гуэрилла! Погнали, смотрите, какая красота. Кстати, я давно искал какую-то игру про викингов, какую-нибудь интересную. А одна из игр выйдет осенью, да, это будет старый добрый Assassin's Creed Valhalla. Я играл еще в одну игру про викингов, но там была какая-то баба-наркоман. У нее тоже лицо было замазано синей херовиной. Тебе холодно? Но не смог в нее играть, она была слишком безбашенная игра. Давайте смотрим заставку, друзья. Вот, это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Герман Презент, Матис де Джордж, Джан Барт ван Бик. Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Слушайте, как красиво свет прорисован, друзья, это шедевр. Это шедевр, блядь! Все же мы будем жить по правилам, чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба, воды, о, земли. Рыбу ловить, наверное, можно, да? Русская рыбалка 4, топ-игра. Ух ты ж, ёпты, какие хуйлодрыны! Ля, какие огромные, а! Это терминатор восстания динозавров, что ли? Что это? Ёппарасетена! Вот это ебалайки! Одно дело зверь из мяса, а другое машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Естественно, нужно уважать. Нихера себе, железный кусок, кусок дровосека, блин. Вышел, конечно. Слушайте, заставка действительно очень красивая, ребят. Вообще крутая, ты сам видишь, да? Мужик бородатый с ребенком за спиной ползет на вершину мира, блядь! Верховный матриарх Тирса? Зачем она пришла? Зачем ты пришла? Что тебе нужно у меня дома, блядь? Обряд? Что тебе нужно? Какая-то кочерга старая стоит. Смотрите, у нее шляпа как у этого. Этот. Тот самый, в общем, да. Итак, старуха, окрести нет, мою встань дочь. Встань с колен, пришло время. Не молчи, со мной ты можешь. Скажи, не молчи, дать ей имя. Что любишь меня. Полгода мало с того дня. Да. Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она... Ну? Она по другой, конечно. Я верховный матриарх. Благословляю кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Давай, старичок, ну только не бросай ее, как в Спарте. Это не Спарта, брат. Не бросай ребенка. Дети, наше будущее. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени. Это чтобы Спарта! Грело ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Сиськоблуд! Сиськоблуд! И вот так вот. В общем, появилась наша персонажа, как я понимаю, да? Ну, судя по всему, да. Тут других вариантов быть не может.
и дитя обрело свое имя. Красиво нарисовано, красивая озвучка, прелестная музыка, друзья. Это шедевр. Скачивай эту игру обязательно. Покупай, просто офигенная. Ребенка. Упрямится, ты зовешь это ребенком? В смысле? Ты чё, кочерга? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит. Вот скотина, а? А ты благослови. У нее типа рогов больше, она типа главнее, что происходит на? Я рядом. Слушайте, каждый волосик виден, уж на шерсти. Лепота. Мы сами дойдем без тебя, мужик, блядь. Приноси нам только жрачку и оружие. Итак, одна кочерга благословила, другая кочерга пришла, возмутилась. Мужик-то вообще не в теме, как бы. Horizon Zero Down. А нас. Итак, продолжить. В общем, что-то продолжить. Итак, настройки. Давайте сделаем сразу звук потише. Ну, друг, как я понимаю, ты уже увидел, да, и смог осознать, что игра действительно... Блин, она реально крутая. То есть, ну, блин, я правда не знаю, я пока не играл. Реально, я даже заставку вот первый раз с тобой прямо сейчас посмотрел. Если тебе нравится эта игрушка, уже даже на этапе заставки, отпиши комментарий под этим видосом. И если желаешь видеть прохождение этой игры, брат, пиши обязательно в комментарии. Так, ну, в общем, все на высоких стоит. В рот компот, значит, менять я ничего и не буду. Значит, кстати, да, тут перед запуском игры запускается, так скажем, автонастройка и прочая шляпа. Итак, нормальный, высокий, очень высокий. Давайте нормальный. Я всегда играю на нормальном. Нахера нам что-то придумать? Итак, спустя 6 лет бежит Шпингалетча. Собирала, видимо, яблоки на соседнем огороде, блядь. Что-то где-то тырило. Однозначно. Итак, это типа детский сад. Детский сад, они жрут это, черемшу какую-то, блядь. Или что это, блядь? Черешня. Ой, не черешня. Как? Ну вот эти северные ягоды. Черника, голубика. Да, я думаю, что это что-то из этой серии. Мать Нора. О, как много ягод. Ясен пень, конечно, баба. Пацана запрягли, он все и собирает. Добычек, ясен пень, конечно. Вам не принесешь ягоды, потом уфуф с вами не поделать. Естественно, конечно, добычек. Что не добыть-то? Итак, в общем, она что-то шкерится, но я надеюсь, мы сейчас за ребенка играть не будем, потому что ну, такое себе мероприятие. Итак, афроамериканский викинг. Ха-ха-ха, бывает такое, бывает, видимо, да. В те времена, наверное, тоже походы из Африки были, да, так скажем, дети. Нормальной темой. Уходим. Дети, уходим, блин! Куда? Куда ты предлагаешь уходить? Мы только начали жрать. Не смотрите. В смысле? В смысле чем? Я что-то не понял, блин. Что вам не нравится в моей бабе? Слышь, ты, блондиночек, пойдем. Оттолкни эту кочергу, вернись ко мне, брат. Брат, у меня вырастут сиськи, через 10 лет ты будешь сам ко мне клеиться. Скотина. Все, парень, тебе этого немецких аплодисментов не видать, однозначно. Все, итак, мы куда-то убегаем. Мы бежим просто через тернии, падаем, теряем память, да, и просыпаемся через 10 лет, нет? Нет, наверное, это не так. Я чуть-чуть не угадал, ну, в общем... Ой... Слушайте, какая долгая кинематографическая заставка. Смотрите, как выглядит мох. Просто каждая трещинка прорисована. Друзья, это, по-моему, шедевр. Я повторяюсь, да, я так уже говорил, но это реально так, действительно круто. Я здесь! Раст. Раст. Есть игра такая, Раст. Элой, Раст. Что за имена такие демонские? Не слышит. А? Подмокла. Так, итак, у нас... Ух, ё-моё, сенсат какая ужасная. Так, фоторежим, настройки, масштаб управления, да? Чувствительность мышина. Давайте вот так вот сразу лупидолим. Геймпад нам не нужен, брат. Назад. Применить тут нет такой штучки, поэтому... Ну, я думаю, на первое время так пойдет. Shift это бегать, все понятно. Бляха-муха! Реально, друзья, это... Ух, ёпта! Ты что творишь-то? Слушайте, какая графика прикольная. Ё-моё! Слушайте, а что будет на ультрах, интересно? Я не стал рисковать первый раз, не стал вам ультру запускать. Ребята, ну на высоких, гляньте, как освещение, все это сделано. Ля, какая красота, Вася! Нажмите C, чтобы присесть. Ну, присесть. А ты присела уже или еще нет? Нажмите C, чтобы присесть. А, во, на картонах ползет. Слушайте, графика просто... Это просто круто. Она что-то базарит.
Древние развалины, конечно, блин. Эти... А как ты? Ты провалилась в какую-то пещеру и сама не знала, что тут древние развалины. Ну и что за ребенок? Обычно дети лазят везде по всей шляпе вот этой, разве нет? Нет, с Сенсой однозначно надо разбираться, я не пойму, то ли она... Сейчас, блин, слушайте, как освещение сделано, ребят. Я вот, честно, без зазрения совести, реально говорю, что это круто. Это круто, либо это моя видюха RTX так отрабатывает, либо... Либо здесь реально такая нереально офигенская графа. Ну, в общем, ты понял, да? Мы, короче, родились в какой-то непонятный век, когда терминаторы нынче не в моде, но без роботов тоже жить мы не можем. И так тут бегают динозавроботы! Динозавроботы, точно, вот так их и будем называть. Или просто ушлепаны. Крыса! Ах ты ж крыса, блядь! Стой! Что ты тут? Ой, вас две! А ну иди сюда, мышь! Стой! Стой! Да я тебя сожру, блядь! Обычно в таких играх можно жрать мышей, ящериц и прочую шляпу. Так, ну ладно, нельзя тебя есть... Но освещение, как от листиков отражает все, красиво. Раз не разрешает мне по таким местам... А, понятно, поэтому ты шляпа Маузера и не была здесь. Шляпа Боярского, снимите шляпу, сударь. Итак, значит, мы, короче, это, короче, обучальная локация, как я понял. А, на контру, вот так вот она, херандок, прыгнула. Так, мы что-то нашли. Какое-то оружие. Войдите в пещеру, а как? А как разбить эту шляпу? С разбегу бежим и подкатно. Нет, так это не работает, я понял. Бежим, значит, в другую сторону. Что тут у нас? В общем, брат, я тебе... Ну, если ты даже сестра, я тебе все равно советую приобрести эту игру. Реально, на Стиме. Просто игра мега крутая. Офигенная графика, друг мой. Ты просто посмотри. Волосинки летают, какие-то пушинки. Свет, освещение, каждый волосик виден. Ой, ёпта, что такое, блядь? Шо, опять мыши? Опять мыши. Брат, я, кстати, по тебе скучал, сестра, по тебе тоже. Честно, вот мне прям на самом деле скучно было, даже вот пока болеешь, очень скучно сидеть без записи видосиков, без твоих комментариев, поэтому не забывай писать комменты, ставить лайкосы. Смотрите, травка, а травка, травка хорошая какая. Войдите в пещеру, да я уже по пещере брожу тут полдня, блин. Мертвец. Мертвец, в смысле? Нихера себе, реально, смотрите, трупешник какой-то лежит. Вася, ты ли это? Ой-ой, а что ты такой огромный? А, ну правильно, я ж маленькая девочка. Я маленькая девочка без сисей. У него что-то мигает в башке. Это воин! Это терминатор Т-1000, блядь! Зачем ты его трогаешь? Зачем? Обычно, когда мумии трогают, они испускают зловонные пуки. Вот, и можно заразить всякую фигню. Кстати, когда египетскую пирамиду вскрывали первый раз, это, Тутанхамон или кого? Ну, в Пизе, которая. Ты знал, да, что первооткрыватели этой пещеры половину в первые две недели, короче, померли? Из-за вот этих вот всяких непонятных газов, которые там хранились. Или из-за проклятия Древнего Египта. Если ты об этом не знал, отпиши обязательно комментарий, я тебе могу рассказать больше. Итак, она нашла, короче, какой-то волшебный, блядь, треугольник. Всунула себе в голову. И у нее появился какой-то круглый светящийся волшебный кружочек. Да. С подсветкой. Ё-моё, да это же наше будущее. Это VR-очки практически, можно сказать. Огоньки. Огоньки везде, так есть. Как она работает? Да вот это мы сейчас с тобой разберемся. Включите визор. А, чтобы переключить визор, нажмите В. Пожалуйста. О, хренак. И что? Визор. То есть я выключаю, а все так же светится. А что толку от этой херни? Нет, не знаю. А, он только... О, компьютер. Давайте рубанем в русскую рыбалку 4. Нет, нельзя рубануть. Ой, извините. Короче, это древний офис какой-то, видите? Это древний офис. А что на нем делать надо? Найдите выход. Я, короче, не пойму, зачем эта шляпа нужна, но... А это что? А это космолаборатория, блядь, нет? Что здесь? Короче, непонятно. Все, валим отсюда, валим. Мы же должны с тобой посмотреть обзор этой игры, да, в принципе. Итак, напоминаю, играем в новую игру Horizon Zero Dawn. Да, если ты... Если ты ждал эту игру, дружище, то ты дождался ее. И смотришь вот сейчас обзор от товарища Шведомета. Приходи чаще, я буду тебя ждать. Периодически буду пополнять свои соцсети, чтобы ты тоже мог следить. Просканируйте комнату. А, это, короче, сканер. Чтобы активировать визор, нажмите В. Нажал. А что тут сканировать? Ага, провода какие-то, значит, идут. Провода. Ага. Проводник из армированной какой-то хероборы. Проводник.
А, вот. А, это мы типа так сканируем, да? Ля. Электромагнитный защитный механизм со стандартным голографическим интерфейсом. Интерфейс, значит, понятно. Сейчас мы тебя разблокируем. Тут, то есть, короче, какие-то головоломки будут. Взрывозащитная дверь, очень высокая прочность, бла-бла-бла-бла-бла. Понятно. Все понятно, блин. Короче, пойдем. Вот в соседней комнате, там есть какая-то шляпа, которую нужно... А это что? Это и мы тоже читали. А это что? Давай, проводник из армированной пластины. Да в рот тебе компот, погнали. Я запомнил, где вот эта волшебная комната. Ой, как бежит, ля. Ты-ты-ты-ри-ри-пи. А, во, подсвечивается. Все же подсвечивается, все подсказывается. Во. Итак, давайте еще раз просканируем. То есть у нас тут есть сканер. То есть это можно теоретически видеть тетик без насистника. Да? Ну, можно же так, наверное. Если ты хочешь себе использовать такую штучку. Да? Пиши комментарии, мы с тобой что-нибудь придумаем. А, голозамок повернуть против часовой, повернуть по часовой. Дайте по часовой, мне кажется, это логичная хурма, не? А она должна зелененьким загореться. И... О! О! Ёп! Я просто красавелла! Я просто красавелла, и я, и вот моя маленькая вот эта шпротина, которая бегает, намазанная вся. Кстати, вот мне больше нравятся такие персонажи, чем вот современные вот эти тетки с накачанными бицухами, огромными этими трапециями и прочей шляпой. Итак, открыть дверь, давай, брат, сестра. Херандок, мы открыли дверь! Не, ну графика это просто. Ты вот не представляешь, ты когда скачаешь, купишь эту игру, ты действительно поймешь, что, блин, это того стоит. Реально, я еще наружу не вышел, на природу. На природе это вообще, наверное, красота. Тут прям освещение сделано божественно. Мне кажется, в старом добром... Киберпанки, который ты тоже сидишь и ждешь, вот как я, ждешь, когда же он, зараза, выйдет уже, правильно? Вот, мне кажется, там тоже будет примерно такие же вот неоновые всякие освещалки, вот прикольные вот эти писюльки всякие такие, светяшки. Что это? Опять трупешник какой-то, друзья, мы опять нашли какой-то труп. Опять у него... Такая штука. У него тоже такая штука. Давай его просканируем. Думаешь, мне это нравится? Он у тебя за спиной. Кто? В смысле, кто у меня за спиной? Шо? Айзек? Айзек. Слушай, знакомая... Айзек. Из Саус Парка. Там же был, по-моему, Айзек, да? Нет? Если я что-то путаю, подскажи. Покажи еще раз. Что тебе показать? А, короче, его переклинило, да? Это повторялка. Девчонку могли бы посимпатичнее нарисовать, вот по чесноку, да? Может, она сейчас постарше будет, вообще будет огонь. Так, мы просканировали комнату. Слушайте, вот сенса мне не нравится, как тут настраивается. Возможно, нужно поиграть с этим, но в целом, как мышка отрабатывает, не особо удобно. Может, это дело привычки, на самом деле. Я не знаю, это надо изучить, посмотреть и попробовать. Итак, мы нашли какую шляпу. Это что, спальник? Что ты? Не знаю, неважно. Ладно, бежим. Итак, туман, трава, освещение. Это шедевральная игра. Протиснуться в проем. Ну, погнали. Нас ждут великие дела. Найдите выход. Ну, в смысле, это опять мышь. Мыша бегает. Мыша. А я туда не пойду. Можно я направо сбегаю? Мне кажется, там что-то интересное. Ну, и тебе же тоже интересно посмотреть, что там справа. Главное, чтобы тут ничего не закрылось. Итак, мы что-то... А что сканер такой это маленький? О! Во, я же говорил, что тут что-то интересное будет. Никогда не доверяй вот этим подсказкам, что выйди там, еще что-то. Давайте послушаем. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Так, он что-то там базарит. Ну давайте послушаем пока. Еще трупешник какой-то. Она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлор опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было... Как они выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чем она раздает... Короче, какое-то будущее, где все друг друга к чему-то обязывают, походу, да? Я думаю, что так и есть. Этого нужно унять. Так, все? Кого-то унять нужно. Сейчас всех уймем, блин. Я не хочу молчать. Я тоже не буду молчать! Хочу, так, куда... Ну ладно, пусть базарит, потом я продолжу. Я продолжу. Восклицательный знак. Что случилось? Так что, если я вас расстрою...
И я больше ничему, ничего не должен. Ладно, давайте послушаем следующего дядьку. А, повреждения данных значительны. То есть мы не сможем, да, послушать, что он тут... А я хочу послушать, что он там это записал. Мне интересно, о чем он думал перед тем, как уснуть навсегда. Итак, мы в какой-то секретной хреновине. Так, и опять какой-то сканер. Слишком много сканировать тут почему-то. Брат, как тебя послушать? И Мачу Пикчу. Понятно. Найдите выход. Ну, короче, это чисто такие задания, кому интересно, послушать потом, когда ты скачаешь, обязательно посмотришь. У меня вопрос, почему столько много трупов? Надо было соглашаться. А, они на что-то не согласились, и их, короче, походу, уфуф. Солнце. Слушай, прикольная игра. Только я хочу уж быть взрослой бабой и это, и убивать роботов. Бог, что же... Короче, у них что-то тут произошло, ребят. Непонятно что, давайте послушаем мнение каждого. Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то. Ладно. Какие-то препараты. Их, короче, усыпили, ребят, походу, да? Ты понял? Радуйся, Мария, благодати полная. Так, до того я смотрел уже, да? Ты не помнишь, я вот этого смотрел? Или не смотрел? Не. Давай послушаем, что там. А, да, не надо, мы это слушали, брат. Ладно, погнали, на выход. Идем на выход. Наконец-то мы, походу, нашли выход, друг. Да? Так, найти выход, бежим. Элой, ты там, Элой? Да, 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 я здесь. Он меня нашел. Я здесь. Он меня нашел. Я здесь. Я здесь. О, это батя ее нашел, блин, красавчик. Давай быстрее, малышка, спасайся. Слушайте, достойная прорисовка, честно. Я мало про какую игру могу сказать, что она мне лично понравилась. Это действительно прикольно. Железный мир какой-то. Какой железный мир? Ничего. А, то есть они обычные викинги, а там железный мир. Нет. Дай сюда. Почему у детей забирают всякие игрушки? Отдавай! Такие вещи опасны! Нет! Единственная мимика как-то на лицах не очень, да, хорошо прорисована. На самом деле можно было бы сделать получше как-то. Ладно. Но в целом, очень красиво, очень красиво. Советую тебе. Ладно, пойдем обучаться драться, все. То есть мы просто так сейчас с тобой бегали, короче, осматривали всю эту херобору. Мы пойдем на охоту. Завтра мы увидим первых динозавров! Тысяча чертей! Отлично, отлично. Итак, сейчас будем изучать навыки ведения викингского боя. Да, лук, лук. Мы, короче, будем лучником, наверное, да? Ну, я всегда играю за лучников, поэтому я думаю, что мы с тобой будем однозначно лучником. Будем... О, во, она изучает уже какие-то движения. Она кунг-фу, кунг-фу панда. Оля, она технологии, смартфон изучает. Что они значат? Это громкость. Это была громкость, малышка. Бери свой лук. Ага. Боу, лук, ёма. Хватит шептаться с этой игрушкой. Мужик, ты не шаришь, это современный гаджет, блин. Ты шо, Вася? Люся, давай, вставай. Во, мы ее назовем. Это Люська. Это будет Люська. А все остальные будут Васьки. Да, Люська и Васька. Слушайте, ну, основная, начальная стадия игры, как ты видишь, это в основном чисто видеоролики. Минимум интерактив. О, кролик! Ушастый хуйлодрын! Стой! Давайте. А его можно съесть? Поймать, зажарить там все дела. Сумка для лекарств. Хорошо. Хорошечно, батько. Видишь вот это растение? Вижу. Оно называется бальзам. Бальзам. Бальзам рижский, надеюсь, нет? Рижский бальзам. Давайте соберем бальзам. Итак, 15% помещен в подсумок для лекарств. Съешь их. Как? Запас здоровья. Ку. Так это очень просто.
О. Да, они горькие, зато могут спасти тебе жизнь. Не, слушайте, я первый раз вижу такую обучалку в виде такого приятного видео-игрового интерактива с такой офигенской графикой. Это долина, часть объятий Великой Матери. Реально прям прикольная игра, честно, я тебе серьезно эти говорю. Земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ага. Хищные машины, конечно, еще бы они тут были. Я бы их наказал бы сразу, это вам не жидкий металл. Между прочим, конечно, я вот так вот могу, хуиндок. Так, ну ладно. По течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотятся. Машины, мы их увидим. Мы увидим с тобой машины. Смотрите, кабанчик. Их силу нужно... Вася, Вася, давай сожарим кабана. Дядя, дядя Вася, смотри, кабан, дикий кабан, стой, скотина. А чё у него ирокез, как у панка? Я пригнулась, что ты сразу. Пригнись, Гарри, давай пригнемся. Куда, куда мы крадемся? Можно я по кустам? О, в кустах можно ныкаться. Да? Походу, да. Такие машины зовутся рыскари. А, это, короче, шныри, которые мониторят все. Смотри, синеглазка. Синеглазка, точно. Брат синеглазка. Пускай пройдет. Итак, сейчас он покажет, как его отхерандокать, да? Наверное. А, ё-ма, там вдали еще какой-то. Я не шумлю. Вась, ты шо? Люська очень способная ученица. Она знаешь, сколько таких машин перефигарила? Стоп. Конечно, стоп. Слушайте, тут каждая травинка не шелох. Смотри, как каждая трава шелушится. Шелушится. Шершавится. Шевелится! Во! А почему у него хвост обрубленный? Куда? Куда за тобой? Медленнее идешь, меньше шумишь. Вот это... Вот если бы тут мышку можно было подальше отдалять, было бы вообще на самом деле приятно. Подожди. Да я жду, я вообще-то и не спешу никуда, брат. Ты уж сам с ними. Я пока драться не умею, я маленькая. Мне кажется, они меня сразу это уфу сделают. А ты со спины на них не будешь нападать? Там с мечом в голову прыгнуть ей, не? Ой, что за... Был последний. Идем. Мужик, если я такой учитель, что просто, я бы давно отхерачил бы, если бы у меня был бы лук или что-нибудь там. А, все, можно вставать, да? Хуиндок. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Естественно, я способная девочка. Идем. Стадо уже совсем близко. Так она бегает угарно, прям реально как ребенок. Такая ла-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 ла. Ой, если ты так же бегал в детстве и пел песни, напиши комментарий, дружище, обязательно, конечно. О, смотри, дядька! Дядя! Петя, ты что ли? Петя! Петро! Петруха! Отвернись. Тарзан! Почему он там? А зачем отворачиваться? Он... А, его сожрут сейчас, да? Или он упадет? Или что? Зачем отворачиваться? Вдруг она в него влюбится? Вдруг он ее потом аплодисменты сделает? Он улыбается. Конечно, клеится. К ребенку совсем что ли одичал? Ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Изгои, говоришь? Значит, типа их прогнали, потому что они красят лицо, да? Ведь, но в современном мире красить лиц, к сожалению, это стильно, модно, молодежно в некоторых странах, да. Слава богу, что у нас в стране все хорошо с этим, и... Я, конечно, осуждаю все это, но это дело каждого, да. О, я что-то собрал. Древесник какой-то. Древесник! А нельзя было назвать просто древесина или там дерево? Почему именно древесник? А если в воду нырнуть? Меня смоет? А меня смоет ручьем или нет? Нет, слава богу. Но это было очень авантюрно. Согласись. Я... О, а, слушай, а тут прикольно. Тут каждая хернюшка подсвечивается. О, ля, дикие кони. Или кто это? Смотри. Охренеть. Машины убегают, едва тебя завидев. То есть тут мир... Каким надо подкрадываться? Животные практически не все волнуюсь. Это искусственные. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Да естественно нагоним. Да я соберу что-нибудь. Листики всякие, штучки, теперь дрючки. Иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Конечно. Отвлекающий маневр, наверное, сто пудов. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. А почему там листик был нарисован, а я подобрал камень? Идем. Иди, а еще на всякий случай возьму, но мало ли пригодится. Показывает, как сильно вы шумите, значки. Да? А как я шумлю? Ну-ка! В общем, игра вышла недавно, прям вот-вот на днях, друг. Если тебе уже нравится, вот эта шикарная графа, вот это освещение, посмотри, как солнце отыгрывает.
Просто вот эти лучи, блики, это просто, блин, прекрасно, прекрасно наблюдать. Лекарственный бальзам, рижский бальзамчик, конечно. Рижский бальзам наше все. Детям, конечно, не рекомендую, но от 18 лет можно бальзамчику долбануть. Да, конечно, еще камушек на всякий пожарный, ладно. Так, мы, короче, очень сильно шумим, мы вообще палимся, вон нарисован глаз и скобочки всякие. Да иду, ну что ты пристал, Вася, дай погулять, я первый раз в этом мире. Вот стадо. Стадо, так. Сейчас будем бросать камни. А куда надо попасть, в голову или в очишко? Нет, но можно отвлечь. Заманить и заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь, надо его убрать. Ага. Сполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Сполошить? Как? Заорать. А-а-а-а, бля! Нет, если не так. Если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Камушками? Или как его гнать-то? Ты подскажи, я не разобрался. Так, как бросать камушки, брат? Как бросать камни? А-а-а. Удерживай те, чтобы прицелиться. Ага. Херандок? Брось ко мне камни. А-а-а. Все, мы прошарены. Херандок. Так, во-во-во, и он его сейчас, это, присанет. Да? Смотри! Ля, что делает? Он его завалил. Ништяк, слушай, вот это эпичная херобора. Давай, БДВ! Херан... Ух ты, как она эпично прыгает. Слушай, как будто она не ребенок, а... Смотри. Короче, камушки это полезная штука. Забери из него детали для стрел. Да сейчас соберу, конечно, подожди, дай мне камушки пособирать. А, это не камушки, это деревья, деревья тоже пригодятся, однозначно. О, птичка, ой, муха, муха, так, это что, багульник. Так, собрать детали из рыскаря. Слушайте, блин, прикольно то, что тут все подсвечивается, не надо выискивать, как... А, удерживайте, чтобы посмотреть, давай. А, металлические осколки, искровой разрядник. Давай. Взять все. Отлично, я забрал. Выйдет древко из металлических деталей наконечник. Чтобы открыть меню оружия, удержите тап. Давай. И что? А, выберите. Что выбрать-то? Как это? Ага. Выбрал. И что? А как? А как мне сделать эту шляпу? Ну, я выбрал. Изготовьте охотничьи стрелы. Ну, логично, что это где-то в инвентаре. Изготовление. Нет? Как перемещать меню-то? Карта. Предметы, навыки, записная книжка, предметы, одежда, ресурсы, сундуки, боеприпасы. Во, боеприпасы. Камень, это не то. Оружие, оружие. Слушай, как тут пока ни хрена не понятно. Выберите ячейку. Да, это понятно, это выбрали. Брат, как тут что сделать? Как, что делать надо? Что здесь нужно делать? Что? Что надо сделать? Надо объединить. Изготовление. Вот, изготовление. Почему? Ой, я, карта. Короче, Васян, я не понял. Объясни мне, пожалуйста. Чтобы открыть меню оружия, удерживайте таб. А затем удерживайте... А-а-а! Я сделал! Можно сделать новые стрелы. Если колчан опустеет. Я сделал стрелы, ёп, тут все понятно. А этим есть применение. Пошли. Пойдем, конечно, вольнем кого-нибудь, какую-нибудь скотиняку железную. А чё у меня такой лук детский? Так, ну надо присесть, да? Слушай, ну все, я прошарил. А можно я захерачу одного? Тихо и не высовывайся. Почему? Я хочу вольнуть тоже какого-нибудь охлорыва. Пора тебе попробовать... А, конечно, давай. О, у меня не зря перья такие в голове. Чешичь-то... Слабая машина. Даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. А, похож на коняшку. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Глаза? А еще что? Еще ну, наверное, шея или задница. В очко, если попасть, мне кажется... Просканируйте бегуна. Ага, а если бы у меня этого сканера не было, как бы я его просканировал? Вася, ты такой простой, если честно. Давай просканируем, хер с тобой. Сканируем. Человек. Не того отсканировал. А, туловище. И что? Уязвимость. А, чтобы выйти из режима. И что? Уязвимость. А, огонь. А, куда? В бочину? Или... А, в задницу. Я предположил, что в задницу. Так и вышло. На спине. На спине. Это его слабое место. Да. И что, херачить? Как ты догадалась? Мне эта штука.
Попало! Еще раз! Стреляй! Щегол! Я его! Видели? Видели, как я в лупе долил? Извлеките детали из бегунчика. Конечно, иди сюда, мой хорош. Конечно, взять все. Провод, металлические осколки. Можно еще одного влупить, брат. Завтра опять. О, я что-то нашел. Огнежар какой-то. Какой мальчик? Идем быстрее. Какой мальчик? Там не мальчик был, там мужичака был. Чтобы сделать рывок, во время передвижения нажмите... Нажмите Shift. Ну, а я так и бегаю вообще-то на шифте. Или я не так бегаю? А, во. Во. Рывок, и мы побежали. Идите за Растом. Растафарай. Про это они имели в виду. Слушай, игра просто огонь. Тут еще время суток меняется, да? Я, правда, ночью не люблю играть в игры. Вообще, в принципе, ну, когда ночной режим имею. Ну, единственное, в Splinter Cell, конечно, нормально заходило, потому что... Ну, там реально круто было ночью вот эти со светящимися зеньками бегать, короче, и всех это, херандокать. Та-та-та-ра-та-та. Все бегут, и я бегу. Динам бежит, все бегут, конечно. Итак, мы нашли лошадок. Лошадки его запедалили, что ли? Нихера себе, мальчик. Они назвали его мальчиком, ты понимаешь? О! Его увидели коняшки! Коняшки, не трогайте мальчика, он же совсем маленький. Братья, уходите. Бегите, вы же лошадки мирные. Они головой помахали, типа, да-да, брат, пиздец ему. Разве так можно? Найдут и растерзают. Зачем? Вы шо? И его затопчут. Так, она придумала какой-то план, походу, хитрожопый. Хватит уже сочинять. Откуда ты знаешь, куда они пойдут? Я только что смотрел, я ничего не понял. Я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Ты чё такая хитрожопая? Вот эта игра. Реально, на самом деле, знаете, вот прям погружает, вот атмосфера вот эта погружает себя. Вот, я не знаю, как это объяснить. Это не просто РПГшка, да, вот такая. Типа там, Ведьмака или еще что-то. Она реально, блин, прикольная. То есть ты погружаешься в сюжет, проживаешь вот какие-то вот эти минутные, да, вот там заставочки. Действительно круто. Прям разработчики молодцы. Обязательно залетай и покупай на Стиме ее. Реально очень крутая штука. А как она видит, куда они пойдут? Она обманула? Ой, он меня палит, что ли? Отобразит путь. Отобразить путь. Главное, идти медленно и не шуметь. А, вон она что. Он, короче, сейчас попрется вот сюда. Вот это... Слушайте, я не видел вот таких игр, честно, парни. Я в восторге, вот, на самом деле. Отрисовано, все смешано, знаете, вот, как будто постапокалиптический мир, точнее, это сто пудов именно он и есть. Современные технологии, роботы, робота-зверя, это, блин, я не знаю. Мне это действительно нравится. Если ты реально, ну, на самом деле, хочешь, да, посмотреть продолжение этой игры, про что здесь будет и что будет дальше, обязательно оставь комментарий под видосом, честно. Если ты будешь заинтересован, то я обязательно оставлю время, чтобы записывать еще какие-нибудь видосики для тебя именно по этой игрушке. Так, отобразить путь. Ага. То есть он тут сейчас фигак разворачивается, а я шмыгну туда, да? Вот эти обычные лошадки. О, гусь! Ха-ха-ха! Смотри, обычный гусь! Брат! Обычный гусь! Гусь-на! Ой, ёп! Она на меня смотрит, я чуть не вылез. А ему же в глаз можно шмальнуть, да, теоретически? Так, вот он пошел. А пока он туда идет, мы такие... Опа-опа, Джигорда! Получилась ерунда! Осторожно, конечно. Главное, собрать. Еще что-то собрать. Слушайте, тут можно всякую штучку собирать. Древесина. Так, а тут никого нет? Коняшки нас не увидят? А тут нас никто не увидит же, да, по идее? А, вон тот шляпомаузер. Бляха-муха. Я, короче, рискую. А тут есть сохранение? Я, кстати... Я, вот, блин, я что-то тупанул, не посмотрел. Есть ли тут сохранялки какие-то или автосохранялки? Херандок? Еще чуть-чуть. А, смотри, это он что-то сканирует, демон. Ну-ка, давай, брат. Враждебная машина. Отобразить путь, конечно. Давай, покажи, куда ты пойдешь. Блин, как мне нравится трава вот это, как тут все нарисовано. Ух, ё-моё, я не представляю, что тут будет на ультрах.
На ультрах это будет вообще, наверное, мега, нереально крутая графика. Можно было, конечно, поэкспериментировать, но я думаю, что для начального обзора пойдет и такое качество графики, да? Мне кажется, тебе и так нравится, устраивает. Меня потому что вполне устраивает. Итак, ребят, мы почти до него добрались. Или добрались, говори как хочешь. У нас такой модный синий шарфик. Мы маленькая девочка, которая... О, индюк. Ты кто? Ты кто? Индюшка? Опа, опа, а там еще какой-то херобор ходит, да? Ё-ма, там еще вон кто-то ходит. Вон он. Я его вижу. Ой, где-то прямо рядом кто-то ходит. Ля, вот это демон, а. Ладно, пойдемте его спасем. Поговорить с Тебом. С Тебом или с Глебом? Давай побазарим. Блин, пока что весь обзор у нас завязан с тобой именно на каких-то заставках, видосах. Реально очень интерактивно все снято. Такое ощущение, что это интерактивный фильм, да, вот понимаешь? Иди за мной, пойдем. Подожди, ты его не должна вести в кусты, ты еще маленькая и это, вообще маленькая. Куда идти-то? Иди за мной, ну пойдем. Отведите мальчика. Да какой он мальчик нахрен? Ой-ой-ой. О, брат, она тебя впалила, тебе пипец. Заходи в кусты быстрее, друг. Ты понимаешь, что тебе сейчас будет жопа, если вот эта шляпа тебя увидит? Понимаешь? Рыскарь. Он, короче, ходит и вот как шнырь. Как шнырь. Слушайте, прикольно, что здесь отображаются всякие вот эти вот волшебные штуковины. Ну, типа, слабые зоны. Да не высовывай свою бошку. Это. Осторожно, пойдем. Пойдем, дружище. Ля, как тут прикольно. Ё-моё. Так, он сейчас туда, потом развернется, пойдет обратно. И когда он пойдет... Пойдет туда... Вообще надо было вот здесь вот так вот. Херандок! Ой, ёпта. Ой-ой-ой, а он его впалил, что ли? Да зайди ты в кусты, дурак, блин. Ой, блин, что ты делаешь, демон? Быстрее, быстрее, валим. 19 метров осталось. Быстрее, быстрее. Оп! Ха-ха-ха-ха! Тысяча чертей, мы сделали это. Мы выбрались к батьке, но только вот этого мужичаку я бы мальчиком не назвал, честно. Ну какой из него мальчик? Но ты же тоже думаешь, что это не мальчик, а как минимум юноша или мужчина там лет 20, да? Ну, юноша. Ну реально, если ты тоже так думаешь, напиши, что как это может быть мальчик там. И вообще, в целом, как у тебя дела? Чем ты занимаешься вот в понедельник? Слави ее, богиня. Обязательно, расскажи мне. Так, идут какие-то... Она меня спасла! Блин, а, это ты с клана, а мы типа изгои. Замолчи! А чем они отличаются, изгои от неизгоев? У них у обоих рожи нарисованы. Безродные. А, у нее матери нет, типа, да? Поэтому он ругает ее. Идем. Такой ты вообще Идем. Дичь просто. Она спасла парня, значит. А слушай, нихера он с такой высоты упал, типа ему ничего не было? Ну, бывает. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Запрещено. О, какая хрюшка милая на плечах! Милый кабанчик! Ой, жесть. Я знаю дорогу. Опять она за... Уроки выживания? В смысле? Тут что и выживать надо? Собирать всякие грибы, что ли, тоже? Жрать что-то? Вы что, одичали, что ли, в девочку кирпичом кидать? Вообще охерели, козлы. Ах ты ж скотина, белобрысый, чепушила. Кинь ей в голову обратно, обратно кинь, надо давать сдачу. Или с лука его херани, раздави камень. А вспыхивающие значки означают момент выбора эмоций. Только вы решаете, как именно Элой должна проявить себя. Выберите кулак, и Элой пойдет на прямую конфронтацию. Выберите мозг, и Элой задумается, нельзя ли найти иной более скрытный способ добиться своей цели. Выберите сердечко... А я ему кину в голову. Я не готов прощать. На нахер, козел. Бам! А, это он сбил камень. Элой, нельзя. В смысле нельзя? Ты чё, Вася? Я бы ему сейчас тоже бошку размозжил бы. Козлу этому. Если он позволяет себя кидать в девчонки, то ему надо дать ответку. Ну так нельзя, брат. Так ты все пропустил, старый. Он кинул камнем. Почему ты
не дал ему влупить. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой. Ведьма, наверное, какая-то, я не знаю, или великая воительница. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Да, они все знают, конечно. Так просто. Я думаю, что эти скоты все знают, брат. Элой, мы изгои. Да почему изгои, блядь? От них ответа. От матриархов? Ну, есть один способ, конечно, прийти и спросить в лоб, сказать, скотина, расскажи правду. Как? Ну, естественно. Надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи, бородатый. Ну, мы уже устали смотреть эти видосы, но очень интересно. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Во, я хочу быть лучшим. Я хочу быть лучшим и добиться миллиона подписчиков. Ладно, брат, шучу. Но если ты подпишешься, мне будет очень приятно. Поэтому прожимай обязательно колокольчик, чтобы не пропускать различные видосы. И приходи чаще на стримы. И смотри видосики, конечно. Пора приступать. Наконец-то началась основная часть игры, походу. На это уйдут годы. Да хер бы с ним, я на все согласна. Да, пошли. Пошли, пошли, Вася, пойдем. Так, он учит ее драться, это прям как в американских боевиках из 90-х. Только нет эпичной музыки. Где эпичная музыка? Туру-ту-ту-туру-ту-ту! Ну что-нибудь такое. Где, где музыка? Давай. А интересно, а будут показывать, как у нее будут со временем там тити нарастать, все дела, бицуха? О, кролик, не трогай зайца! Ах, ты ж скотина! Ушастая, в смысле. Опа, опа, рыскатель, в глаз шмаляй ему! Шмаляй ему в глаз, ну что ты делаешь? Люся! Люся, чему тебя учили? А, слушай, она все изучает вот эту технологию свою модную. То есть не зря она стырила вот этот треугольничек. А, ха, у меня есть мысль. Знаете, что это она на голову себе нацепила? Старый добрый H-Poch-Mac. Точно! А, по-нашенски это треугольничек. Да, блюдо такое. Татарское, по-моему. Давай, за ВДВ! Ну давай, ну, нельзя падать тебе, ты что? Ты что, нельзя тебе падать? Нельзя, не падай, малыш. Давай, давай. Ну давай же. Давай, братка, сестренка, кабанчик, кабанчик бородатого очка, давай! Слушайте, ну уже почти час мы только участвуем в заставке, ты понимаешь, да? Кутыш, ля, что творит, ё-моё! О, она выросла, только сисек как не было, так и нету, братья. Если ты хотел бы, чтобы у нее выросли сиськи, поставь лайк под видео и напиши комментарий. Ой, слушайте, это самая красивая игра, в которую я играл, честно. Я видел еще The Love Us, что-то там. Ну, которая недавно тоже вышла, игра про накачанных этих, ну, радужных. Вы поняли, про кого я говорю. А, там прикольная графа. Но здесь вот количество света, освещение, вот это вот, природа, прорисовка каждой детальки. Это нереально, сука, крутая игра. Честно, я вот еще основную часть игры даже не начал. Но я уже советую тебе замутить, приобрести себе эту игру, купить ее на Steam или на какой-то другой платформе. Играй, играй обязательно. Блин, мне кажется, мы с тобой завязнем на некоторое время в этой игре. И я думаю, это будет не одна и не единственная серия про данную игру. Horizon Zero Dawn! Ой, не знаю, зачем я так как дурачок говорю, но, блядь. Да. Да. Ой, а его похитили или убили? Итак, вы достигли... О, тут еще и уровни прокачиваются, ё-моё! Итак, а все-таки сохранение есть? F5? F5, нет? А если на Escape нажать? Загрузить есть только. Есть только загрузка и все. Сохраняется, видимо, оно автоматом. Можете пользоваться... подожди, вы можете копьем повредить броню машины, используя мышку. Попробуйте эту атаку на мишенях. Так, а где копье? А, в костре можно сохраняться. Приколи. Херандок, сохранились. Вообще лепота. Лепота, братки. Так, копье. Копье нам, наверное, тоже из этих веток надел, да? Слушай, вообще прикольно. А где? Ага, ага.
Сейчас я сделаю копье, конечно. Конечно, копье наше все, конечно. Так, на что там? Тап. Тап, это что? Это копье? Охотничья стрела. А это что? Это тоже это стрела. Что? О, во! Копье у нее автоматом, короче, достается. Разыщите каста, я понял. Так, ух ты ж, ёпта! Слушай, как красиво тут сделана боевка! Ё-моё, смотри, от него детальки какие-то отлетают, сиреневенькие. Херандок! Ха! Просто оленяра! На! Ха! Получи по сраке, все. Я тебя распылесосил, расчехлил. Ладно, пойдемте, слушай, графика шикарная. А лук тот же самый детский остался? А у меня будет какой-нибудь лук модный, нормальный, большой? Он ушел без тебя, малышка. Слушайте, как же тут красиво. Ребята, это просто... Мне действительно очень нравится эта игра, если ты хочешь поинтересоваться моим мнением, да, вот именно не то, что в голосе пересматривать, переслушивать, то можешь написать комментарий, спросить меня, типа, Макс, Шведыч, Шведомет, как угодно можешь меня почти назвать, ну, я имею в виду Макс, Швед, Шведометыч, ну, что-нибудь из этой серии. Естественно, говно в доспехах меня не надо называть, естественно, но обязательно пиши коммент, я тебе отвечу, расскажу про свои ощущения, про эту игру. И чё, а как мне туда залезть? Я, в общем, хер его знает. Давайте попрыгаем туда! Ох, ёп, нихера себе! Ёма! Слушай, вот это я красавица. Конечно, Люська красотка. Давай, Васёк. Васян, шо куда? Пришла. Конечно, пришла, ты меня бросил. Всё нормально, брат. Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. А девка-то уж, походу, созрела. Получение. Да? Девка-то созрела уж, походу. Выживать и охотиться. Но боюсь, одну вещь я забыл тебе. Какую, брат? Какую вещь? Или еще не поздно. Давай. Ты всегда готова учиться. Случилась неприятность. Кто-то насрал в штаны и забыл бумажку. Новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться. Иначе погибнешь. Интересно, к чему? Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Ага. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Давайте побазарим с ним чуть-чуть. Нет, ничего. Ну гонишь ты, гонишь, козлина. Волнуешься, что будет после... Инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Ну а, это типа ей нельзя будет общаться. Все равно... У нас много дела, Лой. Обсудим это потом. А, он переживает, что она перестанет с ним общаться. Ладно. Борода, но мы не такие, мы будем общаться, ну что ты. Я добуду детали. И слушай, удобное меню что-то. Даже вот выбора вот этих разговоров прикольно сделано. Оно как это, крутишь мышкой, и оно выбирается. Он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Да и хер с ним вообще. Ну, хорошо. Мне нужен нитимет, а с изгоями, кроме него, не как... Она неправильно сказала. Она сказала нитимет, а хотела сказать, мне нужен шведомет. Точно. Ну ты что? Ты меня пугаешь. Ладно. Слушайте, походу, в деревушку пришла какая-то беда, наверное. А как пользоваться этой хренью? Ой, ёпта, камушек. И верните мой камушек. Короче, я не знаю, как это... Как пользоваться, но... На шару! На шару! О! Фух, ё-моё, слава богу, что получилось. Так он так и думает, но мы-то его не бросим. Может, свои, чтобы открыть карту, нажмите Enter. Херандок, ого. О, тут даже нарисовано, куда надо идти, смотрите. Ля, прикольная шляпа. Ё-моё, это карта такая? Нихера себе. Короче, огоньки какие-то, костры... А, костры, где можно сохраняться, да, походу? Вот эти штучки, это нам надо собрать. Короче, идем на развилке... О, там еще что-то появилось. В смысле, чем дольше смотришь, тем больше всяких херовин показывается. Реально, смотри, вот я долго смотрел. У меня же сначала огоньки были, потом появились какие-то бегуны, руины какие-то. А что, может, еще вот так вот поделать, покрутить, может, еще что появится, а? Не? Это, короче, не так работает. Я понял. Ой, ё-моё! Я чуть не... Короче, ну мы по старинке, мы по беспределу просто, да? А куда бежать-то? А, ну тут все показывается. Итак, костерчик. Разожгите костер, чтобы сохранить. Конечно, сохранились.
Да ничего не изменится, мы будем так же дружить с этим дядькой, ну ты чё? Через два дня я получу ответ. Ой. Два дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Коняшка дохлая. А почему она реально была изгоем? Вот это мне тоже момент непонятен, если честно. ВДВ! Так, собираем вот всю эту шляпу, она нам пригодится с тобой потом, чтобы делать различные луки и всякие шляпы! Оля! Слушай, как же здесь красиво прорисована этот природа. Природа, освещение, вот игра теней, графика в целом. Ну, на данный момент могу сказать, что... А, эта игра, знаешь, мне что напоминает? Вот я что вспомнил. Возможно, ты тоже играл, РПГшка была такая, ну, она и есть. Элекс. Там тоже смесь, короче, технологий постапокалиптического мира и прочее вот эта шляпа. Там тоже, ну, прикольно, прикольно все прорисовано. Тоже интересная игрулька. О, ой, там хероборы ходят. Хероборы ходят. А мне куда надо бежать? А в смысле, это мне так далеко надо бежать? Это мне... Куда мне бежать-то надо? Ага. Короче, по прямой налево. А можно просто вот так пробежать, типа, чтобы они меня не заметили? Они ж меня не заметят? Ой, блядь! Ой, блядь. Они меня заметили, по-моему, нет? Не-не, я сейчас это, сныкаюсь, я пока не готов. Я пока не готов с ними драться. Хотя, чё, нет-то, блядь. Ха-ха-ха! Ваншот, ё-моё! Просто ваншот, ты понимаешь, да? Но, мне кажется, этим роботом со мной вообще как бы это... Ну, не вариант сражаться. Лупоглазый, алло, алло, брат. У! Если вы хотите модифицировать оружие, да-да-да-да-да-да-да. Понятно. Поверни свой шоколадный глаз. Шоколадноглазый. А чё они меня это, стращали ими, а? Ой, блядь. Хуиндог! Нихера, это она так вспышкой. А чё это? Эта хрень меня типа ослепить хотела, мою Люську-то? Я что-то не понял, что это было, но... А-а-а, да будьте из машины осколки. Так это у меня как раз задание такое, да? В общем, мне нравится эта игра, друг. Я не знаю, понравится она тебе. Я думаю, что да, если ты прям напрямую спросишь, Шведыч, понравится мне или нет. Я думаю, что да. Сердце матери. Что сердце матери? А, это перевод этих рун. Дозор матери. А, ну хоть, слушай, перевод есть. Удобненько, конечно. Так, ладно, пойдем вот дойдем до той штуковины. Там где-нибудь сохранимся. Я думаю, на этом первый наш с тобой обзорчик надо будет закруглять. Да? 30 метров. Там восклицательный значок какой-то горит. Там, наверное, О! Ты кто? Вася. Давай помогу, конечно. Слушай, ничего такая тёлка, да? Нормальная. Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Ай, продажный ты. Ногу поранил. Дело не во мне, моя дочь Арана. Арана? Ну хоть не Анала. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Брат, я ее спасу, конечно. Я даже встать не могу. Я всем клановым помогаю. Это вы что-то это... Изгои. А мы нормальные ребята. Мы помогаем. Твоя дочь? Я постараюсь помочь. Я даже базарить не буду. Я постараюсь тебе помочь. Просто будем ответственными. И добрыми. Не такими скотами, как вот эти вот. Которые клановые или какие они там. В общем, поможем, брат. Но сначала мы выполним задание, которое нам надо выполнить. Это понятно, что все это лирическое отступление. О, костер, давай с тобой сохранимся сразу, друг. В общем, смотри, меня интересуют какие моменты. Вот если ты досмотрел это видео до конца, да, и сейчас слушаешь вот эти мои слова, вот, которые я прям сейчас вещаю, прям вот сейчас тебе прям говорю. Брат, сестра, подружка, сисястая и не очень. Брат, с бицухой или без. Это все не важно. Так, сохраняемся. Это все не важно. В общем, если ты посмотрел этот видос и у тебя остались положительные эмоции, обязательно поставь лайк под этим видосом. Можешь поделиться с друзьями. Напиши, пожалуйста, комментарий, что ты думаешь по поводу этой игры, по поводу обзора. Стоит ли снимать дальше серии видосов по этой игре с дальнейшим ее прохождением. Если действительно тебе это будет интересно, пиши, пожалуйста. На этом хочу сказать тебе спасибо, что посмотрел видос. С тобой был Шведомет. Всем удачи, всем пока!